Доброе утро, наши дели. Nice to see somebody coming visiting me. Угадайте, куда мы идем? Мы идем на дерево желаний. Сегодня волшебный день. 15 марта 2020 года. Сейчас где-то без 29. Ой, какие красавицы. Без 29. И мы идем, чтобы было не жарко. Но уже прям солнышко. Да. Сейчас здесь, да, будет постепенно повышаться температура. Многие разъезжаются из-за этого. Но мы не сдаемся. Господи, как я счастлива, что Саша согласился пойти со мной. Yes, I'm also happy. Что мы идем повесить ваши желания. Сегодня будет 33 письма. Дорогие мои, я еще раз хочу сказать, если вдруг ваше вот имя, фамилия я не назову, это ничего страшного, вы еще раз напишите, хорошо? Ну, сейчас просто много писем пришло, и я прям и на почту, и ВКонтакт, и я прям вот так вот. Так, где что, когда? Ага, да, Ира мне рассказывала, Ира told me. About 7 years ago. Да, 7 лет назад вот они здесь жили вдвоем. А я пока буду жить в ашраме, пока с квартиркой немного подожду. Вот, может быть, попозже. Сейчас хочется мне пожить в ашраме, да. Зарядиться вот этой энергией. Когда живешь в ашраме, это совершенно по-другому. Не так, как, ну, в аутсайде. Ой, ну как я счастлива просто. Ой, обезьян идет, обезьян. И там семейство обезьян. Какая прелесть. We used to always come and Ira buy biscuit for the Jetty, the dog. Да. He died last year. Да, I know. Айс говорит, туда Джеки был же. Джеки, все, переродился уже. В другом теле, я думаю. He would walk, follow us. And eating a lot of biscuit. Супер. Решили купить все необходимое уже по дороге. Я в прошлый раз шла, я помню, что Лакшми я обещала вот у нее купить. У нее там, кажется, кокосы были. Ну и, конечно же, гирлянды. Все это мы приобретем. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Да, вот. Я на обратном пути, как всегда. Да, потихонечку, slowly. Slowly. Мы идем. Так, а где Лакшми? Вот она же там была. Она же обещала мне, что будет там. А я ей обещала купить кокос. Ну вот. Подвела. Лакшми подвела меня. Сейчас я проверю, если там женщина. Да, еще одна. Со всем нашим необходимым, что нам надо. Если ее нет, пойду вниз покупать. Ой. Пых. Ничего, еще раз 20 схожу по этой лестнице. И не буду запыхаться. Да? Ой. Раз, два, три, четыре, пять. Ой. Я иду женщину искать. Ну вот, нету ее. Она там всегда сидит. Вот терраса. Ладно, пойду скажу Саше, что я куплю все необходимое и вернусь. Ой. Чтобы он не поднимался высоко. Ну или подожду. She doesn't. Окей, о, вы смотрите, какой супер стиль. А, near school. А, окей, хорошо. I come back fast, окей. Релакс. Окей, thank you. Ну ничего, сейчас схожу. Гирлянды, это важно. Сэра, кокосик тоже важно. Мне просто Саша сказал, говорит, да, мы все по дороге купим. Но на самом деле, да. Они ж тут всегда стоят.
продают. На сегодня воскресенье. Сегодня как бы тоже должны были быть. Я в прошлый раз в субботу ходила, но много народу было, много торговцев. А что-то они все еще спят. Ну ладно, так, идем. Так, школа есть, а женщины, которая продает, нету. Сэрю. Ай, так, а тут что? Тут, кстати, котенки были. Вот. Котенок тоже не видать. Зато они тут порядок навели. В прошлый раз был бардак. О, мой котенка! И второй. Так, где еще 18? Привет, у тебя такой раскрас классный. Такой. О-о-о-о. Такой леопардовый. Ладно, ладно. Надо нам немножечко поторопиться. Но немножечко. Я хотела взять гирлянду, но не взяла. Ну ладно. Думаю, я быстренько. Ножки молодые. Хоп-хоп. Одна нога здесь, другая там. Что-то мне это напоминает, да? Как мы с Мариной пошли. Ну мы, по крайней мере, гирлянды взяли. А тут мы вообще ничего не взяли. Но это ничего страшного. Все. Все самое важное. Здесь всегда под рукой. Дорогие зрители, ну и на сумке нет. Сумки проходим, проходим. Не задерживаемся. Видео решила выложить вот день в день. Вот сейчас мы сходим. Я его смонтирую. И, пожалуй, вечером я его загружу. Я знаю, вы ждете, поэтому это важно для меня, чтобы вы были в курсе событий. То есть если я могу задержать какие-то видео, ну, из путешествий, какие-то свои будни, а то вот это вот важно, да. Еще раз повторю, почему видео задерживается. Потому что я в движении, потому что не всегда есть возможность смонтировать, не всегда есть возможность выложить, потому что интернет с сюрпризами бывает, понимаете? Я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Пожалуйста. Будьте терпеливы. Все видео выйдут. Все у нас будет хорошо. Потому что когда мне это пишут, у меня тоже начинается. Я сама начинаю расстраиваться, переживать. Ну зачем вот это надо? Оно ж никому не надо. Ни вам, ни мне. Вы тихонечко дождались видео. И все, посмотрели. Все счастливы и довольны. И я счастлива и довольна. Посмотрите, как прекрасен фотопарти вот утренний. И я несусь. Голова, два уха. Так. Камера, может быть, немножечко прыгает, но это все потому, что я несусь. На суперскоростях. Ну, рука штатив, да? Я все еще учусь. Настроение замечательное. Идем делать добрые дела. Рукой помахал. Товарищ. Так. Все, я добралась. Уже все покажу и расскажу на дереве. Хорошо, сейчас не буду отвлекаться сильно. О, какая супер гирлянда из роз. Берем? Берем. Вот, кто это тут у нас? Дедулечка. Сейчас, дедулечка, дадим тебе 10 рублей, подожди. Так, дедули, вот да, как всегда, да. Всех благ. Окей, так, быстренько еще купим одну гирлянду и пойдем. Сэйрам. Итак, я купила все. Все, что нам надо, дорогие мои. Идем. Идем. Ой, кисуси дерутся. Ой. И легаются. Нехорошо, конечно, заставлять Саши ждать, но ну что ж поделать. И такое бывает. А я же все взяла. И леттер уже тоже есть. Письма все есть. Ой, поднимаемся обратно. Все прекрасно. Где Саши? Не дождался. Наверное, вверх пошел.
Вот и Саша. Ой, я добралась. Фотоноты. Ой-ой-ой, да. Точно. Так, развиваемся. Вон у нас сколько всего. It's for trend, for Ganesha walls. Да, для всех. Да. Ganesha, да, внизу. Да, 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 of course. Ой, да, конечно. Там пока очередь. Ответственный момент. Зажигаем благовоние. Так, так, так. От всех нас, от всех зрителей. Так, окей. Окей, окей. Thank you, Baba, for blessing us, blessing our families, our friends, and our children, grandchildren, all our devotees. Thank you, Baba, for taking care of us. Thank you for bringing us to Puttaparthi here. Our homeland is beautiful, so nice to be here. Thank you, Baba. Please bless all our followers, your devotees, and all. Give them what they need. Thank you, Baba. Thank you for having wonderful weather here. There's no good, very good life here. Everybody's very healthy here, very fine. Thank you, Baba. And Baba, keep me busy. I want to be busy. You know, I'm doing nothing now. Even I'm not here. I feel very just. I have too much time. You know, I like to be a little busy. You know. Thank you, Baba, for helping us. Thank you for bringing Satya to our place, and it's so nice. So we can have good time. Thank you, Baba. Bless all people. Bless this girl. Bless this our daughter. Так, Саши прочитал молитву за себя, за нас всех. Поблагодарили Саи Бабу, Всевышние силы. Вот наше вот подношение. Кокосик, благовоние, эту прекрасную гирлянду от всех зрителей. Мы подносим. Умаху, маху, маху. Пусть желание, доброе желание на благо всех живых существ исполняется. Пусть всем будет благо. С такими благими намерениями мы пришли сюда. С нашими молитвами, с нашими просьбами. Пусть на планете прибудет благо. Благополучие, пусть все процветают. Так, сейчас повесим гирлянду. Ура! Так, все поднесли. Thank you. Так. Сайрам. Мама, bless this family. Здесь письма, вот, кто мне послал. И еще письма из Гуа девушка отсылала. Вот они. Все здесь. Да, сайрам. Nice. Please. Do that, yeah. Thank you, Baba, for blessing. Thank you. Om Sai Ram, Sai Ram. Sai Sarai Did Mahe Satya Devai Mahi Tannat Sarvat Chodhyat. Om Sai Sarai Did Mahe Satya Devai Mahi Tannat Sarvat Chodhyat. Tumhi ho Mata Pita, Tumhi ho Bandhu Sata, Tumhi ho. Tumeva vidyaya varnam mam dev deva. Tumeva vidyaya varnam mam dev deva. Om Sai Ram. Baba blessing. Baba bless all of you. Baba blessing all of you. Welcome, welcome. Thank you so much, Саши, for your help, for your puja. Спасибо большое, Саши. Это прям небывалая удача. You with me. Go here. Thank you so much. Все, мы идем.
Так, еще бабулечка же. Вот бабулечке надо денежку дать. Сейчас, бабулечка, подожди. Ой, все прекрасно в этом мире. Я монтировала прошлое видео. Я столько раз повторила слово «прекрасно», вы понимаете? Просто... Ну, насколько реально все прекрасно у меня в голове. Это как уже, понимаете, тоже как программа, все. Ну, постараюсь использовать другие синонимы. На части распирает, когда вот делаешь что-то доброе. Прям... Happy. Yes. Когда делаешь что-то доброе, то вот это и приносит счастье. А меня как-то спрашивали: Катя, почему ты уехала из своей... А какой петушончик. Из своей гуанской квартиры. Ну так, дорогие мои, квартира не могла сделать меня счастливой. А вот когда ты рядом с такими прекрасными людьми, еще Иринушка. Ждем Иринушку. Надеюсь, в апреле откроют Индию, откроют границы, и она сможет приехать. Ой-ой-ой. Here's the post office. О, да, вот пост-офис мне тоже надо. Thank you. Thank you so much. Вот, да, теперь я буду знать. Так что мы ждем Иринушку. И кукуем потихоньку. Доги слив, да. Прям на дороге. Доги на дороге. Royal life. Royal life. Им вообще все. Все ему по барабану. Супер кул. Это, понимаете, вот насколько тоже у него ум успокоился, что ничего его не тревожит. Вот так и меня здесь уже ничего не тревожит. Я здесь успокаиваюсь, гармонизируюсь. I'm talking about, что I'm happy here. Yeah, I'm yeah. Harmonization. Супер, супер nice place. Очень счастлива very находиться nice здесь. Place. Very cheap place. Да, недорогое место. Yes, вы возле там ашрам, там very expensive place. Очень дорогой ашрам. Ама, я еще поделюсь всеми своими впечатлениями. Тоже замечательное место, но там дороже, чем здесь. Ира and I sometimes get breakfast. One idli, one vada. For 20 rupees only. Да. Вот за 20 рупий чай с вады. They made fresh in the morning. Супер. Very nice place. Ой, да. No traffic, nothing, you know? Yes. Просто сейчас very hot will be, yes, но это no problem. Это right. Ничего. Stay in the shade. Да. Да, много кто go to north, yes. Yeah, yeah. Много кто на север I едет. No. When Ira come, I go. Да, вот, говорят, без Ирины не поеду на север. Alone is not interesting very much. Вот, не интересно без Ирины. Конечно. Now we go to Ganesha. Yes, yes. Сейчас мы идем к Ганеше. Yeah. Тоже у нас еще для него гирлянды, кокос и благовония. Сейчас, мне кажется, очень важно в наше вот это сейчас время с вирусом обратить внимание именно не на вирус, а на что-то более важное. Например, на себя, на свое сознание, на свой ум. Не паниковать. Ой. Паника ни к чему хорошему не может привести. Да и вот на самом деле вот все это просто раздуто из ничего. Это паника. В мире намного больше людей умирает от других каких-то заболеваний. Те же инфаркты, инсульты, они уносят намного больше жизни, чем этот вирус. И создается впечатление, что это все, ну, как будто бы искусственное. Ой-ой-ой. Ну ничего, мы все переживем. No season. When will be season? May. А, May. Interesting. Mating with medicine. А, медицинские манго. Oh. Шрам замечательный.
Но опять-таки, вот я не знаю, где это, но эта мысль у меня, откуда она взялась, но вот не знаю, согласитесь вы или нет со мной, но людьми, которые живут в страхе, которые на панике, им намного легче управлять. Им что сказал, вот они то и делают. Государству невыгодно, когда человек рассуждает. Ну а я что? Я особо не рассуждаю. Я просто снимаю для вас видео о важности духовной жизни. О том, вот мы поворачиваем на Самадхи Роу. О том, что духовная жизнь может привести к счастью. Гармонии. Ну, так-то. Ой, арти. Я даже немножко слова знаю. Так, разуваемся. Здравствуй, Ганеша. Подносим кокос. Наше подношение от всех зрителей. Сухино баванту. Гирлянда из роз. Ой, какая прелесть. Пусть будут счастливы все существа во всех мирах. Поднесем еще благовоние. Тут есть вот лампадки такие с огнем. Саша, поднесем в благодарность всей Вселенной за то, что у нас есть. В каком прекрасном мире мы живем. И даже если что-то случается, вот такое вот, пусть оно будет нашим путем. Okay. I also want food. Это you. Это for me. Окей? Да. Супер. Установили благовоние. Саши согласился мне немножко поснимать. Я, please, Баба Бласин. Баба Бласин. Баба Бласин. Ом Свами Сай Сарай Дед Мои Сарди Ваи Ваи Дед. Туми Хо Мата Пита Туми Хо Туми Хо Ту Сада. Туми Хо Витяй Варнам. Ом Сай Нам. Правда.
More put more the little bit power. Ah, no problem. Try again. Yeah. Very good, Sarasu. Very nice, very nice. No problem. Кто пишет письма, кто просто смотрит. Баба блессинг. Пусть всем будет благополучно. Баба блессинг. Then put flower there. No, from here, no problem. Go inside. Yes. Вот такое прекрасное. С листьями. Ароматную. Go inside. Could you? Yeah, I hold it. Чуть-чуть подержать его. Yeah, you're welcome, welcome. Прекрасного Ганеша. Ой, мама. Прими, пожалуйста, нашу гирлянду. Yeah. Super beautiful. Very nice, very nice. Thank you, sir. Blessing of Krishna. Jai Swami. Jai Sai Ram. Now you hold this. Мы три круга еще пройдем. Да, три раза мы обойдем сейчас. Это парикрама, благое деяние. Накапливаем благие заслуги. И когда вот мы делаем тоже добрые дела какие-то, важно посвящать эти заслуги, чтобы они не исчезли, не пропали, если мы вдруг разозлимся. Вот мы сейчас пройдем три круга. Обычно посвящаю заслуги миру Дхарм, то есть всему нашему миру, и скорейшему просветлению всех живых существ. Вот мы идем и думаем о всех живых существах, чтобы все существа обрели счастье, гармонию. Can you make 1 minute my video and send to Irina? Yes, of course. Сейчас, 1 second. Мы еще записали такое милое видео послание для Ирины. Yeah, you're so cute. You're so cool husband. Oh. Говорю, вот такой крутой муж. Baba вот blessing. Мне такого надо. I need husband like you. Baba will give you. Baba blessing. Ой, да. Все будет хорошо. Я дала еще Саше 500 рупий. Он мне сказал, что есть место, где недорогой рис продается по государственной цене. И вот мы там купим рис, причем достаточно так много, и сможем раздать потом бедным. Thank you so much. I talking about we can buy rice and give people. Yes, of course. Это тоже доброе дело. Вот и мелочь для девушек. Девушки ожидают. Так, сейчас у меня тоже есть денежка. Ой, чуть не повалилась. Сейчас. Сыром. Так, я попросила. I love you also. Попросила Саши, чтобы он мне показал, кому раздать можно будет рис. Я просто тут пока еще не особо в этом ориентируюсь. Самое главное, мы письма отнесли. Рис закупим, раздадим. Я постараюсь снять. Может быть, будет в следующем видео уже. А сейчас возвращаюсь в ашрам. Саши возвращается домой. Все. Доброе дело сделали. Идем делать дальше добрые дела. Так, сейчас и тебе тоже дадим. Подожди, Саши. Все. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Так, все. Сейчас я про тебя не забыла. Да, ты работать не можешь, дадим тебе 10 рупий. Кто может работать, конечно, лучше они пусть работают. Не стоит поощрять сайрам. Не стоит, чтобы они для себя плохую карму создавали.
Ой, ну вот как-то так. Мы сходили, мы молодцы. Ух! Я возвращаюсь в ашрам. Я сейчас попрощаюсь. Я уж лилучики добра и любви из этого прекрасного места Путапарти. Пусть гармония, свет, радость всегда будут с вами. Обязательно будьте здоровы. Кушайте что-нибудь для иммунитета, пожалуйста. Чеснок жуйте. Пейте чай с имбирем, лимоном, медом. Это очень хорошо помогает от вирусов. Кто на панике, вот, грызите чеснок, хорошо? Я всех очень люблю, благодарю. Будьте счастливы. Пока-пока. Так летели, что я забыла зачитать имена. Но я сейчас зайду в ашрам, зачитаю, хорошо? Я сяду просто где-нибудь спокойно, где не так громко, и зачитаю. Ну, Самбор-Самборыч, сами понимаете, как обычно, ничего не меняется. Так, я устроилась тут напротив Кришны и зачитаю имена, кто прислал письма. Это Ирина Антишкина, я заранее прошу прощения, если неправильно прочитаю фамилию, Лора Рикивчак, Зоя Рябцева, Алла Калюжная, Гульмира Исакова Гаухар Бахтановна, Жанна Медведева, Любовь Вязьмина, Олег, от Костиной Анны, Ольга Гречихина, Елена Дядюра, без имени, ошибка шрифта был, какое-то письмо странное, может быть, не русский, не английский, ну вот, в общем, без имени пришло письмо, отправила. Татьяна Бабич, Ольга Сабельникова, Лия Бойкова, Каролина Касымова, Марина Вараксина, Ферафонтова Елена, Анжела Ружак, или Рыжак на английском написано, непонятно, латиница. Оксана Жертуева, Светлана Андрианова, Отгашины Татьяны, Алена, Наталья Шарина, Лариса Ларисова, Эльвира Шаповалова, Добротина Наталья, Людмила Григорьева, Наталья Нетова, Динара Виолитовна, Хенри Сир. Вот это вот все имена, которые я письма скопировала, распечатала, отнесла на дерево. Дорогие мои, еще вот у меня к вам просьба будет. Пожалуйста, если присылаете письма, присылайте на почту. Почту оставлю внизу. luferova@gmail.com. Если вы присылаете, просто присылайте текст письма. Без вложений. Потому что иногда, когда открываю вложение, очень сильно тормозит интернет, очень сильно тормозится процесс всего. Вот. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо большое. Также всем огромная благодарность за донейшн, кто присылает денежку на гирлянды, кокос, на благовония, на все про все. Вы большие молодцы, я вами очень-очень горжусь. Вы взращиваете в себе добродетель, щедрость. Эти деньги, они, можно сказать, не для меня, они для вас, потому что вы в себе развиваете благие качества. И да, я посвящаю заслугу вам. Вот от сегодняшнего доброго дела. Процветайте, будьте счастливы, все зрители, будьте счастливы. Я вам этого искренне желаю. Пусть в вашей душе будет мир и покой. Я всех очень-очень люблю, теперь уж точно попрощаюсь. Вот, ну, еще что-нибудь запишу. Пока-пока, всех благ.